Чудовский районный суд вынес приговор водителю фуры, под колесами которой погибла семья из трех человек. Причиной ДТП его виновник считает яму на дороге. Трагедия произошла 1 мая прошлого года. Грузовик с рефрижератором двигался из Петербурга в сторону Москвы. В Чудовском районе в это время шли работы по ремонту моста через реку Полисти. Движение по одной полосе было перекрыто. Действовала временная схема движения, которая требовала от водителей снижения скорости. Водитель фуры соответствующие знаки проигнорировал. На скорости его машина влетела одним колесом в яму, и водитель потерял управление. Грузовик вылетел за дорожное ограждение и оказался на встречной полосе, где столкнулся с кроссовером Ford Kuga и Land Rover. В Форде погибла вся молодая семья, супруги и их маленький ребенок. Вину в их гибели подсудимый признал частично. При вынесении приговора суд учел это. Также были приняты во внимание возраст виновника ДТП, ему 58 лет, и состояние его здоровья. По решению Чудовского районного суда водитель проведет 5 лет в колонии-поселении. Также он лишен прав на 2,5 года. Но это решение в силу еще не вступило и может быть обжаловано в суде высшей инстанции.